Меня здесь ничего не удивило. А здесь достаточно выглядеть, питаться и заниматься сексом. Мне кажется, просто люди отдыхают. В этом нет ничего ужасного. Так как ты стал геем? Или ты им всегда был? Я не знаю, смог бы ли я. Вдруг профессия потребует. Ты меня любишь? Наверное, нет. Я тебя тоже. Лёша! Стой! Никита, это отец. Его 8 лет не было. Может, он помочь чем-нибудь хочет? Как-то сомнительно. Вера, Вера, пойми меня, ну попробуй понять. Нет никакого смысла жить без нее, понимаешь? Понимаю. Все. Кончилось мое путешествие. Мотор! Начали! Представляешь?